короче, сегодня у Саши со Стасяном свадьба. И не стандартная свадьба, а современная. Пригласили нас вот в такой TikTok-хаус. Это, короче, трех- или четырехэтажный коттедж. Для всего оборудован, куча мест для фотозоны. Красота и внутри, и во дворике снаружи. Вот такие лестницы, шторы, занавески, как их правильно называть, не знаю. Вот такая вот красота. Короче, сейчас мы ждем молодых и пока располагаемся. Короче. Вот Маруня уже ждет молодых с букетом цветов. Вот тут Саня, Андрюха, все уже. Аренда кролика 500 рублей. Вынь да положь. New Old House. Круто сделано. Фото дом. TikTok House. Все, товарищи, началось движение. Пригласили всех в зал. Идем сейчас занимать места. Можем, ну, с этой стороны можем. Вот, смотрите, сколько народу. Сейчас покажу вам красоту. О! От блогеров не спрячешься. О, смотрите, шампусик стоит, прозрачная студия, красота. Там кольца. Надежда Анатольевна, Сергей Анатольевич, Людмила Владимировна, вы сегодня самые главные гости, и эти бурные аплодисменты звучат в вашу честь. И только с ней он может быть по-настоящему счастлив. Сегодня здесь, ради одной единственной девушки, которую на ваших глазах он назовет своей женой. Это очень серьезный, важный и мужской поступок. И это произойдет здесь, под свадебной аркой, в бракосочетаниях. И заботится о ней до конца своих дней. Вы, Александра, согласны ли вы взять в жены, в мужья, простите, Станислава, любить его, оберегать и заботиться о нем до конца своих дней? С этого момента вы стали еще ближе друг к другу, вы стали настоящей семьей, я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте! Так, нас уже посадили, ну, за стол. Вот такие явства. Давайте встретим их громкими. О, фига себе, заплечёночка. Наши
Молодым будет скучно сидеть одним там. Дорогие наши гости, давайте я расскажу вам про правила нашего сегодняшнего вечера и Клаприна. Мы договорились? Все свои проблемы мы оставляем где-то за дверями, потому что сегодня у нас такой замечательный праздник. Так, пока у нас перерыв и все свободно, покажу вам это место. Итак, это дом, не знаю, 2, 3 или 4 этажа, вот там мы сидим. Сюда вот поднимаешься, и там будет тот самый зал, где проходила торжественная церемония. О, Даня, откуда-то не возьмись. Ну вот, посмотрите, как без людей, ну, видно, красиво все таки, прозрачные стулья, белый рояль. Тут фотозона для новогодней фотосессии, типа камин, елочка. Вообще этот дом используется для всяких фотосессий. Не только свадьбы, а всякие юбилеи, дни рождения, просто можно прийти на фотосессии. И вот много зон, фотозон сделано. Вот такие вот. Вот такие вот. Сейчас покажу. Ну, вот так, короче. Красиво тут. Вот, например, заходишь сюда. Вот, например, заходишь сюда. И вот здесь сразу несколько фотозон. Вот такая зимняя, новогодняя. То есть раз, тут фонари, двери. Елки, столик, можно сесть и на фоне зимнего окна. Софтбоксы такие вот, свет профессиональный, много света везде. Потом, вот, например, тут фотозона на диванчике. Здесь можно сделать какую-то серию фотографий. Здесь вот подиум, разный инвентарь. Короче, как-то вот так. И на улице, если что, на улице тоже много всяких. Вот там, например, скамеечка. На улице тоже много всяких мест для фотографий. И вот у Андрея здесь свадьба летом была, например, на улице. Тоже всякие беседочки, прудики, мост, фонтаны. Все есть. Короче, и вот таких комнат, как я понял, как вот это, здесь несколько на разные тематики. Разные фотозоны. Вот это Даня там шпарит. А, Даня с Дели тут. Вот такое вот местечко. Пользуется, как я понимаю, бешеной популярностью в Новгороде. Ну и на самом деле, да, интересно. Наверху церемония, внизу хоп, пришел, все сразу. Тут барная стойка. От места молодых. Они тут скучно одни. Это как выглядит с места молодых. У вас все начнется заново. Все те же пеленки, распашонки. Все будет как впервые. Согласны? Давайте подарим вам огромные аплодисменты. Задувайте свои свечи. Наполняйте, пожалуйста, ваши бокалы. За родителей, стоя и на дна. Присаживайтесь за стол.
творческий процесс. Делаем мальчика и девочку. Еще немного, еще чуть-чуть, буквально пара секунд. И мы сможем не задеть. Самое волосы в мире один. Я думаю, все-таки на волосы задаться мальчика. Хотите посмотреть на худого Стасяна? Тут он еще в форме. Это еще до того, как его Саша начала откандливать. Посмотрите, какой стройный парень. Было? Стало. Спартаковские болельщики опять свои перспективы, точнее их отсутствие, обсуждают. Камера сломалась, ебать. Всем хватило, да, елки, тебе не хватило. Но ты не расстраивайся, погоди, опускай тебе. Забери одну елочку, любую с собой. Любую елочку с собой забери, да? Любую. Меня забери. Вот это наказание, да! Это женская солидарность, вот девчонки такие, это правда. Ваше впечатление. Все, не удалось больше шишечку припарить. Мама, видно. Какое? Свадьба! Самый сладкий! Свадебный торт! Ай-яй-яй! Я думал такой! Первое совместное дело! Вот такой самый красивый, самый вкусный, самый сладкий! Первый кусочек торта! Товарищи,
У нас второй день. Мы лежим вот в такой вот уютненькой комнате в домике, который они арендовали. Ночевали там мы сегодня в квартире съемной, вот сейчас сюда переехали. И как же хорошо вот здесь, тепло, все вот такое дерево, так уютненько, и прям не хочется вставать. Но надо встать ради вас, товарищи, ради контента. Сейчас посмотрим, что там внизу творится. Люди уже приходят, уходят, мы уже поели вкуснейшие шурпы, которую с 6 утра варили. Сергей Анатольевич старался, молодец. Поели вкусненько шурпы, выпили пивка. Сейчас все покажу. Маруня спит, я бы тоже спал. Но дела блогерские не ждут. Надо делать контент, товарищи. Вот такая вот у нас комната. Че ты сразу позировать тут? Ой, тепло, уютненько. Так. О, опачки, фига, это что за банда приехала? Посмотрите-ка на них. О, короче, вот тут куча комнат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Куча комнат, куча спальных мест. Здесь что? Ага, туалет. И сейчас пойдем вниз. Так, вот такая вот тут крутая лестница. Вход в подвал закрыт от нас. Внимание, проход запрещен. Так, это, соответственно, холл. Здесь вход. Кухонька. Так, что тут? Вот. А здесь рюмочная. Неси ложку. Какую? Какую ложку, которую и поесть можно. Здорово. Ты чего-то вчера рано уехал? Подкаблучник? Это вот это. Колонка, которую Стасян на Алиэкспрессе купил, и которая не работает с русским блютусом. Вот такой вот, товарищи, у нас между собойчик. А вот это вот шурпа. Она даже, блядь, я помню, мы вкуснотища. В караулке приходили, да? Она отбирала... Стасян несет. Сидим, играем в мафию. Очень жаркие споры. Если, конечно, Вера не подыгрывает им, он скажет. Потому что, когда ты как-то вот так сказал, ну реально, да, сидим. Вот он может изначально... Сейчас вам покажу молодых тиктокеров. Хорошо
что смотрит.